Может быть, вы не знаете, чтобы вы знали, о том, что в Самаре не так давно открылся музей Эльдара Рязанова. Кто-то знает об этом? Вот, если будете в Самаре, обязательно туда сходите. Он небольшой, но замечательный музей. Это дом, в котором Рязанов родился. Он родился там, прожил, по-моему, первый год, нет-нет, меньше, месяц, по-моему, месяц, а потом во время войны, в эвакуацию, они тоже приехали сюда, и вот там жил еще год. Прямо дом мемориальный, где все это было, мемориальная комната, есть комната, посвященная его творчеству, такая интерактивная вся, очень интересная, поэтому будете в Самаре, обязательно сходите в этот музей, да, Рязанова. Мы с вами идем дальше, и сейчас мне хочется еще одну страницу показать вам. Песен, такая есть программа существует у меня, песен о Волге. Я очень люблю Волгу, я выросла на берегу Волги, там родилась. И есть программа песен, посвященная Великой реке. Вообще, конечно, Волга, она вдохновитель для многих, для всех и творцов, и не только, вдохновляет, как сказать, заставляет думать и, в общем, находить и умиротворение, и радость, безусловно. О Волге несколько песен. Сначала самая, наверное, известная песня о Волге, от Овраткина, Шанин. «Издалека долго течет река Волга». Издалека долго течет река Волга. С далеких плесов в звездной тьме.
еще о Волге песни? Я думаю, что все-таки главным певцом этой реки был Борис Андреевич Макроусов, потому что он сам волжанин, родился в Нижегородской области и всегда говорил, что гордится тем, что волжанин, что Волга давала ему вдохновение. И вот сейчас мы с вами вспомним песню, которая не очень, ну, наверное, самая известная его песня о Волге, это «Сормовская лирическая», да, но мы сейчас другую с вами песню вспомним, которую он написал тоже по случаю. «Сормовскую лирическую» он написал к столетию Сормовского завода. Вообще в советские времена было принято, если случалось что-то грандиозное, то объявлялся конкурс среди творцов на картины, на кантаты, симфонии, музыкальное произведение, любое. И вот когда столетие было, значит, все стали творцы нести свои произведения, писать, посвящать. А директор завода Сормовского, он позвал к себе Макроусова и говорит: ну вот кантату этот вот за столом-то ведь не споешь, и песня нужна. И вот тогда была написана песня «Сормовская лирическая», а вот песня, которая сейчас прозвучит, она тоже была написана по случаю. По случаю строительства канала «Москва», который соединил Москву-реку и Волгу. Это грандиозное, конечно, событие, тоже были музыкальные произведения, тоже были конкурсы. Макроусов написал песню, и она очень характерная для Бориса Андреевича. Сейчас мы с вами разберемся, почему. Для него всегда, вот вспомните «Сормовскую лирическую», там о заводе-то, в общем, очень мало, да, гудки, проходная, и все, остальное про любовь. И вот также в той песне, которая сейчас прозвучит, для него не столько важно само событие, а важно то, как оно, это событие, отразилось на жизни простого человека. Вот как оно ему поможет жить. И вот эта песня, она тоже об этом. То есть строительство канала «Москва». Да, представляете, какие масштабы, ну, грандиозное строительство. И вот такая песня Соловьева, стихи. Называется эта песня «Милый мой живет в Казани». Такую песню.